Победителей регионального этапа национальной премии в сфере предпринимательства сегодня наградили в Тюмени. Статуэтки «Золотой Меркурий» получили 10 предприятий. Победители представят область на федеральном уровне. Региональный этап организует торгово-промышленная палата Тюменской области. Цель – поощрить наиболее успешных представителей малого бизнеса и предприятий-экспортеров. Очень приятно, очень неожиданно, потому что конкурировали рядом с Тюмень-прибором, и я ожидала, что мы проиграем, если честно. Данные премии, они очень интересны для знакомства между собой предприятий, для продвижения продукции. Всего на региональный этап заявились 42 предприятия. Это представители промышленного производства, сферы услуг и инноваций. Также в этом году активно проявил себя семейный бизнес. Любой бизнес должен с любой трибуны заявлять о том, что он есть. Говорить о том, что я есть, я лучший. И это правильно. И в Тюменской области, в нашем регионе, реально очень хорошие бизнесы, о которых стоит говорить на федеральном уровне. Я думаю, что это одно из способов продвижения нас как региона и нас как региональные бизнесы.